Елена Кузина работает акушером-гинекологом в женской консультации в Одинцове. Приехала сюда несколько лет назад из Тамбовской области. Своего жилья пока не имеет, делит квадратные метры с братом и сестрой. Работаю я 5 лет, сама родилась в Тамбовской области. Образование получила там. Интернатуру уже здесь закончила в первом меди. И так сложилось, что осталась в Одинцовском районе. И устроилась сюда на работу. Самая первая моя работа – это работа в женской консультации. Про соципотеку Елена Николаевна узнала от коллег во время прохождения курса по повышению квалификации. После этого молодой специалист собрала все необходимые документы и подала заявку. На данный момент она выбирает жилье в округе. Социальная ипотека, она дала мне возможность того, чтобы сбылась моя основная мечта – это иметь собственное жилье в Московской области, за что я безмерно и безумно благодарна своему руководителю, своему наставнику, это Бархатовой Ларисе Владимировне. К пациентам Елена Николаевна относится с особым вниманием, всегда готова оказать квалифицированную медпомощь. Как у специалиста я считаю, что это достойный доктор своей профессии, хороший качественный специалист. По человеческим качествам добрая, милая. Даже сейчас я пришла как бы по острой боли, и меня она приняла. Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами на льготных условиях могут обзавестись не только медики, но и воспитатели, учителя и другие специалисты. Екатерина Крамер, Сергей Кричевский, телекомпания «Одинцова».